Музыкальное шоу «Генезис» – это международный проект израильского композитора Баруха Берлинера и известного продюсера Наума Слуцкера. Начался этот проект с симфонической поэмы для чтеца и оркестра. Библейские тексты соединяются в ней с прекрасной музыкой, которая доносит до слушателя живые образы и картины древнейшего писания. Секрет успеха «Генезис» – удивительная мелодичность симфонической поэмы, переплетающаяся с неоклассической гармонией и новый глубокий взгляд на смыслы самого распространенного в мире текста. Поэма состоит из 7 частей и проводит слушателей через историю от сотворения мира до появления радуги, которая стала символом союза человека и Бога. Во время этого музыкального путешествия слушатели размышляют о сущности свободы выбора и о борьбе между добром и злом, которое заложено Богом в человеке. Шоу с успехом прошло уже в 19 странах. Текст каждый раз читается на местном языке. Многие артисты и музыканты настолько полюбили «Генезис», что вносили свою лепту в его развитие. Сегодня «Генезис» оркестрован для симфонического и камерного оркестров, вокального и танцевального ансамблей и адаптирован под множество различных стилей, начиная от классики до симфо-рок, симфо-поп-версий и даже театрализованной рок-оратории. Шоу дополняет эффектный видео-арт от Ярона Шина, известного под псевдонимом «Джубой», что еще более раскрывает смыслы музыки и текстов, наполняя их новыми оттенками. Проект «Генезис» — это прекрасный пример развития современной классической музыки, которая вызывает положительные отклики как у самых известных критиков, так и у неискушенных зрителей. Барух Берлинер стал композитором, благодаря которому происходит популяризация классического искусства, и люди хотят приходить на концерты еще и еще раз. Присоединяйтесь к международному проекту «Генезис» на YouTube-канале Баруха Берлинера. Будем рады видеть вас на наших концертах!